Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а вместе с вами. У вас могут появиться новые друзья. Телец. Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу. В противном случае вас могут счесть болтуном. Близнецы. В этот день не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету сживут. Рак. В этот день вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее. Причем не только себе, но и окружающим. Лев. День хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались. Дева. Чем меньше вы будете думать о себе сегодня, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем себе самому. А зачем же портить себе настроение, мучаясь этой проблемой? Весы. Вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте, а вдруг пригодятся. Скорпион. Основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет. Стрелец. Вам стоит быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем. Козерог. День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза. Водолей. Вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое. Из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед. Рыбы. Возможно, что вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все за и против. Может быть, вы перемените свое решение.